Всем привет! Сегодня будем делать обзор на автобиографии 2021 года Land Rover. В общем, он разбабахан, ребят, нехило. Через 4 дня он будет на ставках на аукционе Копарт. На данный момент на нем уже стоит 40 тысяч долларов ставка. С вот таким вот страшным ударом. Мне кажется, те, кто поставил на него такую большую ставку, он не видит удара и не видит всей серьезности удара. Ну, а также это лонг. Такие автомобили у дилера в целом состоянии стоят где-то 150 тысяч долларов у нас в Америке. Также я вижу следы. Следы вижу гари. Здесь что-то горело. Колесо. Не знаю, что горело. Двери целые, диск тот целый, крыло целое, бампер норм, и у него был временный номер нью-джерзовский, со штата Нью-Джерси. Что у него тут еще целое? Колесо целое. Дверь целая. Вот этой штуки нету для двери. В общем, теперь давайте, что у него битое. Лобовуха битая. Вот его лот номер. Диск разбит. Нужно колесо. Лонжероны ушли вообще непонятно куда. Капот на выброс. Это 5-литровый. Ну, как будто до мотора не достало. Как будто. Но он не на ходу. Он не заводится, не едет. Лонжероны ушли. Вот это все, да, стаканы, они алюминиевые. И если они где-то треснули, их будет очень трудно установить обратно. Телевизор тоже на выброс, все радиаторы на выброс. В общем, все, что до мотора, нужно разобрать и выкинуть на мусор. И все купить обратно и стараться поставить его обратно. Подрамник, мне кажется, здесь будет гнут тоже. Не могу одной рукой держать. Ремень на месте. Ремень не слетел. Да, подрамник тоже вижу гнут. Сейчас мы залезем под низу и глянем. Лонжерон, вот он. А вот он, лонжерончик. Видите, куда он смотрит? Прямо на меня. Вот. Здесь что? Я не вижу, вы видите. Вот такая здесь обстановка. Так, ребят, вот он, смотрите, лонжерон. И еще один. Вот он, да? Так, подрамник. Подрамник, вот он. Лежит на полу. В общем. И на нем, ребят, в таком состоянии уже стоит 40 тысяч долларов. Вы представляете? Вы вообще представляете себе? Вот это тоже все алюминиевое, вот это, да? И это все на выброс. Вот это надо будет его отсверливать вот здесь все и выкидывать, и новое вставлять, приваривать. Или на... Вот так вот это все выглядит. Ну, короче, работа здесь тьма. Но мотор, мне кажется, живой с трансмиссией. Мне кажется. Так, заходим вовнутрь. Смотрите, грязь здесь. Здесь грязь. Пахнет внутри, блин. Только, блин, что они здесь поджигали? Сигареты или что? Ковролин.
Смотрите, что-то они здесь жгли. Вот так это все выглядит. О, блин, сидушка подгоревшая. В общем, маски здесь подгоревшие. Что, они старались поджечь его или что, я не понял. А подушки не взорвались ни в ногах, ни в руле, ни у пассажира от такого удара. Только в потолке. Только в потолке. Здесь даже пленка еще не снята. Потолок крепкий, алькантары. Так. Он, наверное, с кнопки как-то, да, поднимается? Как ты поднимаешься, друг? В общем, сумка, зарядка. Так, это что за запчасть? Это, видимо, где-то от какой-то ручки, мне кажется. Но не от этой точно. Здесь вешалка есть на нем. Вот такая. Здесь динамик. Пахнет внутри. Очень вкусно. Диск. Вещи. Сетка. Это тоже от диска. Кусок. Коврики. Коврики новые. Народ. А, вот ручка есть. От ручки я нашел. Здесь уже книжка здесь есть. И новые коврики запечатанные, ковролиновые, кажется. Или что это? Непонятно. Вроде бы коврики. В общем, давай посмотрим, что там впереди. Так. А, по наклейке 20-го года. По тайтлу американскому 21-го года. Ремень сорван, подушка бабахнута. Вот, смотрите, угробили. Получается, вот эту крышку надо будет менять. Что-то жгли здесь, не знаю, специально. Или оно нечаянно загорелось. Вот такая ситуация. Ключа нету. Кресло порезано. И уже, напоминаю, на нем стоит 40 тысяч американских долларов. Здесь два фильма, которые они взяли и хотели смотреть, но не посмотрели. Диски там внутри. Коврики мне нравятся. Очень приятные коврики. Толстые. Такие. Ковролиновые. Вот такая, ребят, машина. Лобовуха тоже тряснута. Не знаю, говорил, не говорил. Что думаете? Мне очень надо ваше мнение знать. Что вы думаете по поводу этого? Есть смысл? Или нет смысла платить за нее 40 штук? Мне кажется, это бред. Запчасти будут очень дорогие. Очень дорогие. Но если ее сделать, ну, допустим, они ее купят за 50, да? Она стоит 50. 150 у нас целая. Купят ее за 50. И сделают ее, допустим, где-то на 30 тысяч запчастей будет здесь или больше? Я думаю, минимум на 30. И получается, она у них встанет в таком состоянии, допустим, за 80 штук. И они немного экономят. Но не факт, что она за 50 уйдет. Все, ребят, всем пока. Кстати, кому интересно, можем купить. Если кто-то видит в ней смысл. Через 4 дня на ставках.